Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко посетил производственные площадки птицефабрики «Улыбина». Глава регионального Минсельхоза оценил, как идет реализация одного из крупных инвестиционных проектов на территории Сибири. В новом птичнике завершается монтаж европейского оборудования. И зимой, и летом утка будет содержаться в одинаковых условиях с заданным микроклиматом. Специалисты птицефабрики настаивают, они пока единственные в России используют такую технологию. Весь материал внутри птичника легко моется и дезинфицируется. Строительство птичников подходит к концу. 20 птичников у нас уже в работе. И к Новому году мы запускаем еще 10 птичников. Это наш объем, который мы запланировали в строительстве. Каждый птичник рассчитан на содержание 25 тысяч утят. Чтобы заселить новые корпуса, в инкубатории скоро ведут в строй вторую линию. Птицефабрика готовится к выходу на полную мощность. Это самая крупная фабрика по производству мяса утки за Уралом. Ну и одна из крупнейших вообще в Российской Федерации. Это один из наиболее значимых и емких инвестиционных проектов, которые уже находится в заключительной стадии реализации, потому что на сегодняшний день объем реализации составляет порядка 80%. Глава областного Минсельхоза подчеркивает уникальность Улыбинской птицефабрики в его вертикально интегрированном производстве. Здесь получают яйцо, выращивают утку, перерабатывают продукцию и поставляют ее в торговую сеть. Конечно, для Искитимского района это очень положительный момент, это привлечение инвестиций, это и обслуживание земель, которые идут на выращивание кормов, на изготовление комбикормов. И то, что такие вот инвесторы заходят в Искитимский район, для нас это хорошо, для нас это правильно. Для своих потребителей птицефабрика регулярно предлагает новинки. Одна из них – утка «Лайт» с минимальным количеством жира. Кстати, в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» сибирская утка из Искитимского района получила больше всего голосов от жителей Новосибирской области.